Записи по Ризику на канале. Может быть, я за 3 стрима, значит, прошел. Точно не знаю. Я их хочу похитовать всех. Ага, ага. Киберспортеры собрались у меня тут. А, это Мэг? Там у человека без огласки, кажется. Ну, мы на эту часть их пока что будем тащить. Интересно, ребят. Ну, мы паучка просрали нашего, конечно. Но друзья до гроба зато сработало. А, при повесе друзья до гроба перекидывается на другого. Ну, в смысле, по этот, одержимости. Красота. Может, как-то по-быстрому, короче, я решил все-таки с ними. Можно встать в наглую, это стадия плюс. У чела стоячок, кстати. Сам же сказал, что у чела стоячок, и сам его отпускаю. Ну я же гений. А у этого без огласки. Юэйса стоячок. Шприц себе воткнул на Эйсе. А вон они вдвоем. Красота.
успеет. Пусть повесится, да. Сзади меня стоит. Ой, здесь палетку убить вообще шикарно. Паучка еще отдай? Еще одного. Вообще здорово будет. На эсика мне вообще без разницы, он у меня пускает землет кисает. Мне остальных нужно байтить, чтобы они пришли. Вот если эсика кто-то поднимет, значит, что кто-то есть. Классика, отыгрываем от одного лежащего на сразу. О. Прошел. Эсик спину ставит. Но Эсик у нас от земли откисает. Тут разницы как бы особой как таковой нет. Откиснет и откиснет. Серьезно? Такая глупость. И до такой же конструкции. Блин, такая глупость. За такую херню я сейчас повелся. Обойдешься.
скидывай. Анейка там соло чинит. Так. Классика, рассказываешь. Челики уязвимость висит. Блин, ну сами взяли такую карту, что могу сказать? Что у меня три генчика здесь просто стоит. Сами взяли, сами ошиблись. Сами, ну, вот на этом как бы в итоге у нас отыгрыш идет. Да ладно, опять кнопка пропала. Ну закажи что-нибудь другое за 3000 крючков. Там же есть выбор сурва, выбор мана. У них эйсу вообще нельзя попадаться. Ну там чувак есть. В общем, что происходило? Чувачки поставили карту, поняли сейчас, что не вывозят, и втроем находятся на той стороне карты. Пытаются меня выманить, дабы кто-то проскочил незаметно и начал здесь чинить, пакостничать меня. Я решил отыгрывать немножечко по-наглому. Максимальный стелс. Ну, скорее всего, сейчас будут тянуть игру. У них другого варианта просто никакого как такового нет. Только чтобы я вышел туда к ним. Здесь только так. А у нас здесь три гена прям комфортненьких, удобненьких. Как бы ребята сами брали карту, сами прекрасно понимали, какая карта может выпасть. Вон, да, там он просто ходит туда-сюда. Ору. Там кого-то увидели. Чуть-чуть там подбили, чуть-чуть здесь подбили. Потихонечку, помаленечку. А ребятки что-то даже как-то не спешат сюда прийти, кстати говоря. Почему не спешат? Сейчас ждем кассира ДБД обновиться. Не, ну полчаса играть. Просто забавно, они ставят карту, а потом будут жаловаться, что я играю треугольника. Как вы думаете, чем занимались все это время сурвы? Эйсик, которому нельзя было показываться, просто бегал кругами. А Нейка просто ждала возможности, чтобы проскользнуть. Пробежал.
возвращаемся. Да-да. Так всегда с такими патиками их выносят на их же картах. Ну, что имеем. Прикоснулся. Но его вылечили сразу. Не, у меня есть план, так сказать. Да? Но... А, они вчетвером в пати, реально. Сидят, ждут. Ой, сидите, ждите, ребятки. Ой, сидите, ждите. Потихонечку будем такие вылазки делать и возвращаться. Ну, прикольно. Вышли, пошли обратно. Нормально, по кайфу. Ну, конечно, крысюки, они же карту ставят, они же должны победить. Понимаешь? О! А здесь уже генчик подготовлен. Ты посмотри. И самое обидное, что я сейчас здесь чувачка не найду. Потому что он куда-то сейчас уже успел уйти по инфе. Очень далеко. За камушки какие-нибудь. О, тю-тю! А что такое? А что такое? Ай-я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 й. По одному месту все пошло, да? Не фартануло. Не фартануло. Вау! И здесь еще и эйс! Но это все. Это фортуна просто. Куда побежал ты, друг? А, ты там остался. Вон, видел, видел, видел следы. Ой, да ты что? Ну нет, дружок, ты откисаешь, а вот ластовый у нас, к сожалению, уходит в люк. Единственное, что я сейчас не знаю, в каком он шкафчике. Та-дам! Не уходит в люк. Эх! Ребята, ребята, просто, слишком просто поставили карту и пытались меня переиграть. Туда этих чувачочков, туда. Гол через терпение. Да какие комменты, там вроде планетки. Четыре планетки, ну какие комменты. Ой, а сколько очечков дали за такую замечательнейшую игру. Просто муа, конфетка. Ой, какая хорошая игра. Слушай, мне понравилось, мне понравилось. Прям безумно понравилось. Это, этот ГФчик просто имба. О, ты посмотри. Эйсик, бедолага, просто бедолага. У него без огласки, у него ради людей. Он фул игру бегал раненый, считай. И у него без огласки, он ни разу не висел, он откис от земли. И он поставил эту карту заслуженно.
Максимально заслуженно, я считаю. От земли, бедолага, откис. Всю катку вот лежал. Всю игру висел. Ой, лежал. Все. Заслужил, заслужил. Ну, тут киберспорт по перкам. Тут, ну, что-то типа киберспорт по перкам. Раз стоячок, два стоячок, три стоячок, четыре стоячок. Ну, как бы стоячки, показатель скилла. Да. А, погнали дальше.